Всем привет! Пришло время рассказать, какая погода нас будет ожидать на ближайшие выходные. В субботу пасмурная погода продержится до конца дня. Столбик термометра днем покажет плюс 11 градусов, ночью плюс 7. Воскресенье нас порадует безоблачным утром, но к середине дня небо затянется тучами. Днем столбик термометра покажет плюс 10 градусов, ночью плюс 1. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Телеграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.